Итак, ребят, дорогие наши друзья, с вами компания 2строитель.рф. Мы приехали к своему заказчику, которому полностью построили дом. И, как вы видите, с красивой отделкой. Сегодня мы поговорим и узнаем у нашего заказчика, как все происходило, что понравилось, что не понравилось. В общем, вот сидим, пьем кофе и просто общаемся на кухне. Поэтому в таком, знаете, свободном разговоре. Еще раз, Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Хотя мы здоровались до этого, но вот перед камерой еще раз. В общем, Оксан, простой вопрос. Как вообще пришли к тому, что хотите дом построить и выбрали, почему этот участок, почему этот дом? Как пришли к тому, что нужно все в одной компании построить и отделку сделать? Да. Здравствуйте, дорогие зрители. Хочу начать с того, что живу я в Москве, очень динамичной жизнью. Со мной живут несколько десятков миллионов людей, как вы знаете, огромное количество машин, достаточно большой стресс, динамика жизни. И для меня очень важно было найти такое место, где можно было бы отдыхать просто, восполнять свой ресурс, так сказать, избавляться от стресса. Соответственно, критерии выбора самого места были достаточно сложные. Угу. Это было, что могу сказать, первое, чтобы не было людей вообще. То есть, чтобы была тишина, природа. Да, обязательно. Тишина, спокойствие, чтобы не было домов вокруг, желательно, много не было, чтобы домов. Но здесь у вас достаточно немного. Вот, верно, чисто поле такое, но при всем, монастырь обязательно. Но при всем при этом мне было важно, чтобы был свет на участке и газ. И, соответственно, мы 3 года искали место. Потому что все риэлторы мне говорили о том, что это несовместимые вещи. Если у вас дом в чистом поле, у вас не может быть никакого света и газа. Ну, вот. Поэтому как долго, правило, да. Да. В общем, долгий был путь. Тем не менее, вот мы нашли такое место, чем я очень счастлива. Уже мы здесь полгода живем пока. Но, тем не менее, очень довольна. То есть, место то, что нужно. А дальше возник вопрос, какая строительная компания будет нам помогать строить. А строительных компаний очень много. Очень. Дальше давайте, знаете, как не строительная компания, мне больше интересно, как вообще вы пришли к материалу, из чего строить. Сначала же мы, наверное, определяемся, что мы хотим, брус, камень, сип-панели, вот как вы к этому пришли? Да, действительно, мы с мужем очень много вариантов рассматривали, в основном он занимался изучением вопроса такого. Вот. И первое, что он мне сказал, что в Финляндии и в Канаде все дома из сип-панели, а там климат очень похож на наш. Вот, и он сказал, что финны и канадцы люди умные все-таки, да, и уже опробированный материал веками, вот, значит, он неплохой. А я, конечно, сильно боялась, что вдруг токсичность вот этих стен будет там, да. А дальше мы стали много читать про этот материал и выяснили, что уже давным-давно нет никакой токсичности, то сейчас все материалы современные, хорошие. Вот, и, естественно, по деньгам, то есть тоже нам важно было, дом-то это дача, да, то есть это не тот дом, где, в который я готова была вкладывать, не знаю, там сотни миллионов, да, совершенно нет, то есть это дача, и мы хотели бы сделать его, достаточно бюджетно, прямо скажем, вот, и мы подумали, что быстро, да, мы возведем этот дом, у вас вообще было сказано там 3 месяца, что так и оказалось правдой, да. Вот, то есть это очень быстро. Под ключ, да, это с ремонтом. Да, очень быстро получилось и относительно недорого от того же клееного бруса или кирпича. С точки зрения безопасности все замечательно. Вот, и вот так вот мы пришли к тому, что сип-панель будет. Хорошо. Но, честно говоря, еще ваши ролики, конечно, сильно повлияли. А, это уже как бы следующий этап. Следующий этап, начали, да. Начали лопатить YouTube, потому что, как правило, все... Вся информация черпается от... Ну, основная масса информации там интернет, понятно, ну и, соответственно, YouTube, потому что ролики ты видишь вживую, как это все происходит, кто такой, что говорит, послушали и, я так понимаю, приняли решение. Да, абсолютно, да. Вот, и здесь, значит, смотрите, какие критерии, что важно для меня было. Я давным-давно работаю в бизнесе, уже около 20 лет, я очень хорошо умею вести проекты, я четко понимаю, что это такое, да, как мы, вести вы, знаете, любой мы проект. Мы почувствовали это на себе, как вы умеете его вести, и я удивлялся, насколько вы углубились и как бы прочувствовали этот проект, потому что, когда на расстоянии, многие люди, знаете, там, вот это сделать, все, и забыл бы, а у вас каждое вот... Все четко, все по полочкам. Да, это профессионально уже было. Но у меня при этом были 2 огромные проблемы, на самом деле. Первое, то, что я абсолютно не понимаю в строительстве вообще ничего, и никто не понимает из моих близких в строительстве. И это, кстати, нормально, потому что основная масса людей также не понимает строительство. Да. Для этого создан YouTube нами с Дмитрием. Вот, совершенно верно. Это была первая проблема. Вторая проблема была в том, что этот дом находится на расстоянии 200 километров от Москвы. То есть мы не могли его контролировать вообще, этот объект. Мы не могли приезжать, смотреть там. Да? Достаточно далеко и очень
занята жизнь, да, у меня такая, да, то есть, ну, не до этого. В Москве все. Да, верю. В пробках стоят, никто не может. То есть, вот это был момент такой, да. И потом третий момент, который случился, о котором тоже мы, наверное, попозже расскажем, это как раз пандемия, вот, которая все это усугубила еще больше потом. Соответственно, мне нужна была компания. Первая, мегапрофессиональная, то есть, чтобы за ней потом не нужно было переделывать, доделывать, нанимать новых людей, там, исправлять какие-то ошибки. То есть, первое, профессионализм. А второй момент, это порядочность и честность. То есть, вот это безумно было важно, потому что, ну, сами понимаете, на расстоянии 200 километров, да, контроля никакого нет, я ничего не понимаю в строительстве, то есть я понимаю, что, ну, здесь очень легко человека как бы обмануть, легко. Вот, поэтому это уже была тоже такая большая сложность найти так, а как, если ты не знаешь людей, да, то есть конечно, как ты можешь доверять вообще? Да. Вот, ну вот, наверное, вот эти такие два основных критерия, профессионализм, порядочность и честность, вот, наверное, вот эти были основные критерии. И дальше мы стали смотреть компании различные. Ну, конечно, первое это сайты, да, огромное количество сайтов. Я что понимаю для себя, что наверняка это бизнес, который в основном открывают люди богатые, имеющие деньги, может быть, олигархи, может быть, еще просто очень богатые люди. Соответственно, они где-то на небесах сидят, они нанимают штат наемных сотрудников, простите за тавтологию. Вот. И этот штат сотрудников, ну, девочки работают с 9 до 6, которые просто формально подходят к делу. Да. А я понимала, что за 200 километров у меня будет много всего неформального, что не входит в договор вообще. И каждый раз здесь они либо про формальность вообще. Да, и что они мне будут либо там дополнительно деньги просить за какие-то каждый шаг мой там, да. То есть, в общем, нет доверия. То есть, я видела какие-то описания на сайтах, но я не понимала, кто эти люди, что это. И далее мой муж нашел на канале YouTube сайт, на каком-то сайте, да. А, нашли мы, в общем, ваш замечательный блог. Супер. И нам понравилось безумно сразу. То есть, говорю честно, я не являюсь родственником никаким компании «Два строителя». Никто ничего не платил мне, просто в интересах зрителей. Обязательно я должна рассказать о достойных совершенно людях, честных, хороших, порядочных. Потому что я хочу, чтобы все люди были вот на самом деле довольны так, как довольны мы этим домом и вашей компанией. Вот. Что нам понравилось сразу? Первое понравилось ребята, на самом деле. То есть, мне очень понравилось, что людям безумно интересно. Вот вы знаете, то есть то, с каким, не знаю, интересом вы рассказывали про вот для меня совершенно такую далекую и малоинтересную тему строительства, но мы смотрели все ролики от начала до конца, понимаете? То есть мне муж говорит, смотри, как фундамент, сваи там. Я говорю, ух ты, классно. И мы прям, то есть вот вы смогли зажечь, заинтересовать меня, человека далекого вообще от этой темы, вот именно своим каким-то задором, вдохновением, да, то есть я понимала, что вам безумно это самим нравится. По своей работе... Не без этого. И по своей работе я понимаю, что настоящими профессионалами становятся только те люди, которым это правда нравится, вот от души, изнутри, да, это идет желание работать такое. Вот, вот это нам понравилось. Потом второй момент, мне очень понравилось, как вы говорили про дома, которые вы строили для других людей, не только вот для Дмитрия, потрясающий дом, но и для других ваших людей, которых вот вы... Ну, тоже ваши просто заказчики обычные, да? Ну, у нас, не ваш род. Да, как я и говорил, у нас нет отличия, строим мы для себя или для вас. Вот, и это почувствовалось, знаете, это очень почувствовалось. Вот, потому что прям видно было, что люди хотят сделать хорошо, болеют за свое дело. Лично вон Дмитрий может кронштейн прикрутить. Да, Вот на самом деле безумно классно. Все зеркала повешены Дмитрием. Кстати, Дмитрий, вот здесь у нас повесил все зеркала и кронштейн лично занимался. То есть вот это мне тоже очень нравится, что нет такого, что я там большой начальник, сижу где-то там в своем кабинете дубовом. Мне не Мне не звонить, и вот там кто-то, кому это вообще не интересно, кто работает за зарплату свою. Ну, то есть это все плохо. Вот. И здесь, конечно, нас вот это очень заинтересовало. И сразу мы почувствовали вот такое доверие. То есть я говорю, наверное, ну, эти ребята сделают хорошо. И так вот мы выбрали фирму «Два строителя». Не ошиблись абсолютно. Отлично. Вот, потому что дальше как все было, да? Да, вот сказать. Мне интересно, как вообще вот общение менеджеров, общение архитекторов. То есть на стадии вот сейчас мы приходим к строительству. То есть вы определились, с кем строите. Вы, значит, все решили, доверяем ребятам, начинаем. Так, вы пришли к нам в компанию, значит, встречают вас менеджеры. Да, Евгений был менеджером у нас. Значит, страна должна знать своих героев. Евгений.
Мы приехали в Подольск, вот, и случилось все за один день, на самом деле, было очень интересно, потому что Евгений сначала нам показал, собственно, завод, огромной площади по производству СИП-панелей, он показал, как они выглядят, из чего состоят, мы походили по линиям, посмотрели, но мы поняли, что компания серьезная, потому что компания... Со своим производством, да, собственно. И он вот рассказал, что такое СИП-панель, прям, ну, как-то по-человечески понятно мне стало, потрогать, да, все можно было. Нам это очень понравилось. Потом мы пришли в офис, и целый день мы сидели, занимались проектированием дома, то есть вот как там гостиную сделать, где что будет у нас. Это мы придумывали сразу же у нас? Сразу, да, в офисе прям, ну, целый день. Мы потратили много, действительно, но это стоило того, то есть мы прям рисовали. Планировку, да. Планировку на компьютере, да. Там был вот Евгений, еще один человек, мы вместе вот это все делали, он очень много подсказывал. Советовал, конечно, потому что я же это не понимаю. Да, потому я, что, ну, я да, понимаю, что-то что забываете, хочется. Туалет не там разместили, да, еще-то. Да. Потому что визуально сложно представить, как это все будет. Ну, да. Понятно. Прям он очень толковый, так очень хорошо все рассказал. За день мы все это сделали. И все, собственно, по-моему. И заключились. Или в этот же день заключили договор. Может быть, даже вот не помнишь? Я вот, честно говоря, не помню, потому может, что это уже быть, было полгода. Может быть, ну, в этот, или может быть, там, да. Да. Может быть, на следующий, ну, короче, неважно. В общем, переспали с этой мыслью, поняли, что дом нравится, проект получили на руки дома. Вы посмотрели дом в 3D, наверное, в 3D все покрутили, очень все понравилось, прям было классно все. Вот, и все. И дальше мы заключили договор, это уже был конец сентября. Дальше месяц ушел на то, чтобы закупить какие-то материалы, вот. И в ноябре мы начали строительство. Все, дом за 3 месяца мы построили полностью, имеется в виду с крышей, с террасой, с верандой нашей и с сайдингом. Вот, это уже было у нас, ну, где-то конец февраля получается. Вот, параллельно мы делали дизайн. Дизайн мы тоже делали в прекрасной фирме «Два строителя». Был дизайнер замечательный, которая месяц примерно со мной этим всем занималась. Что мне понравилось, что было для меня важно – то есть жить я в этом доме не собираюсь, это дача, поэтому я не готова была делать какой-то очень дорогой ремонт здесь. Я сказала, что мне нужно, чтобы было стильно, мебель вся должна быть не очень дорогая, но стильная. Вот, да. Соответственно, Икея, вся мебель Икея, сказала, вот, чтобы была. И никакого мрамора, конечно, то есть никаких дорогих отделочных материалов мы не используем, вот сразу я так сказала. И тоже мне очень сильно понравилось, что дизайнер мне тоже очень много подсказывал, естественно, ну, да, со мной конечно. Советовалась, онлайн все звонила. А, кстати, я же самое главное не рассказала, Дмитрий, это про стройку. Мы вот, перескочили давайте. Просто этот момент, мы перескочили, давайте я расскажу про стройку, это было очень интересно, потому что поскольку я далеко, в Москве находилась, стройка шла вообще без меня, я не была ни разу на объекте, но при этом мне менеджер моя, Светлана, да, Светлана менеджер, высылала фотографии каждый день, иногда там раз в 3 дня, фотографии и видео с объекта. То есть это было безумно классно, на самом деле, 3 месяца. Процесс строительства, конечно. Вообще, то есть это было так здорово, очень быстро все строилось, просто ты удивляешься, там за день у тебя уже стены возведены. Ну, да, то, что просто было потрясающе, никаких не было проблем, вот каждые 3 дня я получала такой отчет по телефону. Ну, то есть это очень удобно, когда вообще ты не можешь нереально, контролировать, да, не можешь каждый день приезжать, и мы, да, соответственно, как компания понимаем, что человек не может не знать, что у него происходит, да, на стройке, и ежедневный отчет он получает, да, что стройки, что отделки. Так вот. И вот это классно. Вот. И это очень просто и легко, и для просто вас. Просто ты же большие деньги отдаешь, получается, и когда ты не знаешь, а что там, а да, проходит ли там работа, да, то есть вот это, конечно, очень круто было. Ночью, мороз, это как раз уже был январь месяц, да, когда мы строили, то есть мороз, все это было. А вот вы еще сказали, мы дом строим, значит, не для того, чтобы постоянно здесь жить, и ремонт делали такой простой. Но для меня, например, ремонт – это очень красиво, и я бы вот в таком доме вообще легко же бы жил. Да. Я просто хотел сказать, что мы дом вам построили для постоянного проживания. В этом доме можно жить постоянно. То есть это не просто дача, потому что многие зрители начнут путать, они будут думать, так, они построили дачу, значит, это только летом, и все. И здесь жить нельзя. Нет, здесь жить можно. То есть это точно, круглогодичный, да, для круглогодичного, да, проживания. Потому что никогда не знаешь, что будет дальше, да? Да? То есть, может быть, там через 5 лет мы сюда, пандемия, запись, все что угодно, через 5 лет, может, мы сюда жить приедем. Все. Жить здесь можно абсолютно, все тепло, хорошо, замечательно. Вот, значит, рассказала про 3 месяца, как мы строились, поэтому, конечно, для меня было важно видеть каждый день, что происходит на объекте, что есть люди и как все быстро строится. То есть это было очень здорово.
Закончили дизайн-проект мы тоже, я считаю, быстро, за месяц мы управились. Очень быстро дизайн, но, в принципе, как правило, он месяц и делается, но здесь сложность в том была, что вы на расстоянии. Когда вы приезжаете в офис, это все быстро, человек, как бы контакт есть, вы это все быстро решаете. По телефону вы достаточно быстро это все делали, но потому что от вас есть четкие указания, мы понимаем, что вы четко хотите. Есть четкая задача, есть четкое выполнение. И плюс еще дизайнер, я так понимаю, вы с ним как бы сошлись, она понимала вас, он понимает. Очень хорошо, да-да-да, прям очень хорошо. Она много подсказывала, и она конкретно прям артикулы давала. Да. Что будет у нас за там люстры, да, то есть я видела артикулы, все это было четко понятно мне. Угу. То есть тоже по дизайну блестяще сработали. Кстати, всем я очень рекомендую обязательно делать дизайн-проект. Вот на этом не экономить, реально это стоит того. То есть это далеко не те деньги, которые вот стоит экономить. Конечно. Это что бы я сделала сама, вы знаете, честно, ну тоже я человек далекий, от, к сожалению, от дизайна тоже, как от строительства. То есть, ну, конечно, это было бы совсем небо и земля, конечно. Честно. И помимо того, где розетки у вас будут, вообще где выключатели, где проходная розетка, где люстры и так далее. Да, то, да. Это на самом деле процесс. Не для человека, который хочет себе дом, это процесс дизайна. Он абсолютно, должен сказать все, нарисовать вам, вы, соответственно, визуально все видите, все отлично, хочу так. Ровно так, правильно говорится. Все, отлично, так. Хорошо, значит, а дизайн. Дальше самое интересное началось самое интересное, потому что к марту месяце мы благополучно завершили дизайн-проект, все готово к строительству. А вот, и тут мы заключаем договор как раз уже на отделку, и тут начинается пандемия, всем нам известная. И все. Ну, думаю, я сейчас, скорее всего, компания совершенно... Ну, я бы к этому, правда, нормально отнеслась. Мне сказали, что, Оксана, извините, пожалуйста, но такие условия, да. И мы замораживаем все. Ситуация такая. Потому что как раз мы начали... мы только успели со Светланой, нашим замечательным совершенно менеджером. Потрясающе, кстати, хочу сказать. Светлана великолепна. Вот. Правда, удивительно профессиональный менеджер. Невероятно неравнодушная. То есть, ну, удивительный человек. В общем, мы успели закупить только сантехнику. С ней один день мы с ней провели в магазине, и все. А нам нужно было все сделать по дизайн-проекту. Это определенные артикулы, да, не обычно. Все выбрать, все оплатить. Все выбрать, все оплатить. Заказать, конечно. Да, и тут случилось то, что случилось. И я понимаю, что магазины все закрыли, как вы понимаете. Что делать? Я была, ну, честно, была уверена, что сейчас мы как-то на неопределенный срок уйдем в пандемию. На каникулы. Все, на каникулы, да. Вот, и каково было мое удивление искреннее, когда Светлана мне говорит: нет, Оксана, будем все продолжать делать, будем стараться изо всех сил, будем смотреть, изыскивать возможность, искать магазины, где-то там, не знаю, где они закупали. Ну, для меня это просто как чудо и волшебство какое-то было, правда, потому что я поняла, что это нереально просто. Mm-hmm. И вот, вы знаете, мы ни на один день не останавливались, все работы продолжались, мы закупили ровно то, что мы хотели закупить, ничего мы не меняли, я правда не знаю, как это удалось вам, честное слово, вот, ну, то есть все было сделано вовремя, без всяких пауз, без всего, не знаю, это правда было абсолютно удивительно. Отлично. Вот, и вот так вот мы закончили все блестяще, время. Да, как раз это, когда мы закончили. Когда закончили, я уже точно не помню. Это, конечно, апрель, да, где-то так, апрель. Май, да, где-то апрель. Ну, то есть буквально вообще за 2 месяца мы сделали. Ну, опять же, да, происходит у вас отделка полностью. Это все тоже происходит на расстоянии. То есть вы одабриваете, да, все, купили люстры, туда-сюда. Да. Потом вы приехали. Вот мне интересно первое ваше впечатление, потому что я понимаю, что такое, ну, строительство на расстоянии. Я знаю свою фирму, я за них там, за всех болею. Все равно контроль всегда есть, да? Отчеты вы получаете. Но вот вы как заказчик... Не видя стройки, не видя отделки, приезжайте и... Ну, знаете, первое, все-таки я хочу сказать, что мне высылали видео и фотографии. Примерно. То есть это не совсем было так, что я прям ничего не знала. Это тоже, кстати, очень комфортно и успокаивало меня сильно, да. То есть фотографии я всегда получала. Опять же, ну, буквально там раз в 3 дня у меня были фотоотчеты. Я четко понимала, что происходит. Это важно было. Вот. А что я ожидала? Честно, ну, за что переживала, скажем так? Конечно, я думала, что... А все равно работает бригада, это же не Сергей, там, да, которому я доверилась так с Дмитрием-то, да, я понимала, что другие люди работают у нас на объекте, и я, конечно, переживала, какое качество будет, да, все равно. То есть я думала, что где-то будет что-то отходить, что с водой проблема будет обязательно. Ну, то есть что-то я ожидала такое. Ну, вот мы сейчас уже находимся здесь, ну, несколько месяцев мы приезжаем, уезжаем, да. И вот честно скажу, ничего пока мы не обнаружили вообще. То есть никакой ошибки, никакой проблемы. То есть я поняла, что это очень качественно сделано.
В доме мне очень хорошо, правда. Очень много света, много воздуха. Я рада, что панорамные окна мне Евгений порекомендовал обязательно сделать. Вот, то есть, ну, всем очень довольны, поэтому, правда, даже ничего не могу сказать такого, что что-то не понравилось. Настолько вот это было все как-то, знаете, профессионально раз, вот как я и хотела, да, честно два. Почему честно еще хочу сказать? А поскольку я все-таки понимаю в проектах, да, и как что проверить можно, когда мне только два строителя смету первую предоставили, я понимала, что часть позиций я никак не смогу проверить, оценить, потому что я в этом некомпетентна, а часть позиций я могу посмотреть. Вот там было, ну, угу. И артикулы были какие-то, и все-таки даже я стала смотреть гвозди там какие-то. Конечно, да. Ну, у нас же смета открытая, там все, открыто, все видно, есть. Каждый болтик расписан. Да, и я вот подумала, думаю, что сейчас я посмотрю, вот в малом есть ли какие-то накрутки, скажем так, да, расхождения, то есть... Я посмотрю все эти артикулы. Я не поленилась, кстати, на день на это потратила, но я все артикулы посмотрела. Все позиции. И вы не поверите, все было очень хорошо. То есть я посмотрела в интернете цены. Цены были ровно такие, какие были указаны. То есть я поняла, что людям можно доверять, потому что, знаете, кто верен в малом, тому многое можно доверить. Да. Потому что вот если бы что-то там было, уже у меня были бы огромные сомнения. И вот конечно. Это, конечно, очень сильно меня тоже расположило к компании. Вот, поэтому сработали честно. Невероятная благодарность Светлане за то, что она делала намного больше, чем прописано было в договоре. Могу даже сказать, что, я думаю, что это будет интересно. Вот на расстоянии 200 километров у нас нет магазина IKEA здесь вообще. Угу. Вот, то есть она находится в Москве или ближайшая, по-моему, в Обнинске, да? В Обнинске. Вот, далеко, в общем, в любом случае. И я понимала, что я не могу контролировать доставку мебели. Мебели — это огромное количество у меня, разные, да? Мне надо было, чтобы положили ровно вот такие стулья, да, не конечно. Другие. Подушки, они же там тоже могут, да, подушки, конечно. То есть огромное количество мелочей. Плюс шкафчики у нас, чтобы были ручки все, да, комплектность была, чтобы полная. Я думала, а как я это? Ну, сначала, конечно, Светлана мне говорит: Оксана, ну, вот, ну, как бы вы должны доставить все, да? Я говорю: Света, не могу за 200 километров я это все контролировать. Да, поэтому я говорю, мне надо, чтобы вы от и до проконтролировали, чтобы положили ровно все то, что нужно, что ручки все там на месте, потому что, ну, кажется, что это мелочь, а это же огромная проблема. Конечно. Нет ручки, мне надо 200 километров в Москву ехать за ручкой, за ручкой, то есть, понимаете, да? То есть это реально проблема. И вот, конечно, то, что Света, она сделала абсолютно все, вот, она говорит, все, я беру все на себя полностью, шторы она заказывала мне, она подбирала сама шторы, то есть то, что вообще не входит уже в компетенцию двух строителей, но оно вошло, тем не менее. Да. И вот это, знаете, все было очень по-человечески, по-доброму, с большим каким-то энтузиазмом, с неравнодушием это было. То есть, ну, честно, вот, я не знаю, звучит это как реклама, наверное, но просто это правда было так. Вот я вам могу сказать, что я человек очень честный, вот, это реально было так. Вот так мы сработались конкретно. Я уверена, что бизнес делают люди. Вот поэтому я говорю конкретно про Светлану. Не знаю, как другие там, да, хотя Евгений был тоже потрясающим. А Иван у нас еще был тоже молодец, вот он в строительстве очень помогал. Молодой парень, представляете, там 22 года ему, наверное, да? Да, все верно. 22 года, молодой парень, казалось бы... Это отдел закупок наш. Отдел закупок. Да. Я думаю, ну как, он же, наверное, пока еще не понимает достаточно. Вот, к сожалению, почему-то многие, когда приходят в офис, Евгений говорит, наблюдал такую картину, значит, сидел Евгений и сидела Юля, им по 22 года. Почему-то люди думают, что они не профессионалы. Ну ладно, заходит клиент, говорит... А кто-нибудь постарше есть здесь? Ведь Женя заходит же, он у нас с бородой, взрослый мужчина, говорит, ну я есть, а чё, в чем проблема? Ну, слишком молодые какие-то. Нет, вообще, это ребята профессионалы. Это такие ребята на самом деле. Знаете что, вот мне никого не приходилось дергать, мне не приходилось напоминать о себе там что-то. Не дай бог, не приходилось там, не знаю, ну что-то критиковать даже там, да, то есть настолько... Все как-то предвосхищали. Каждый знает свою работу, каждый знает свое место. Да, каждый все вовремя мне звонили. Все, наоборот, там как-то даже я ждала, что там попозже может быть звонок. Нет, все вовремя доставляли, привозили. Молодой вот Иван совершенно потрясающий. То есть, правда, вот, ну как-то вот собралась команда профессионалов, неравнодушных и людей, которые реально хотят вот доброе, хорошее дело делать. Да? И вот прям вам за это огромный респект. Вот, честное спасибо слово, большое. Таких правда мало, вот честно. Я сейчас работаю... с другими, там, по ландшафту, там, по еще каким-то вопросам, ну, знаете, небо и земля. То есть, реально, я сложно, понимаю, да? Что это очень сложно найти вот компанию, где, вот, ну, отнесутся к твоему дому как к своему, конечно, да? Конечно, но это... поэтому немаловажно, видите, мы за свою репутацию готовы сделать просто максимально. И мы к каждому клиенту относимся одинаково, у нас нет такого
строит он дом 500 квадратных метров или 50 квадратных метров. А к одному, ко второму, к третьему у нас подход везде одинаковый. Это тоже не реклама, ребята, это я просто говорю о том, что мы болеем за свое дело, нам важно, чтобы наши клиенты оставляли вот такого плана отзывы, когда ты просто слушаешь и думаешь, да, да, это да. мы. И да. я всем своим знакомым теперь рекомендую, ну, кто будет строить дома, обязательно, но я говорю, что бизнес делают люди, поэтому конкретно могу вот именно про этих людей, с кем я общалась, да, сказать. Вот, и, конечно, я очень Оксана, благодарю вас. Оксана, очень благодарю мы вас благодарим вас. И да. хотим сказать большое спасибо за этот прекрасный отзыв. И мы приехали не с пустыми руками, конечно же, мы приехали к вам с подарком. Сейчас мы его из багажника притащим, потому ну, что он такой приятно. Нелегкий. Нам было приятно с вами работать, и вот как заказчик вы вели себя просто супер достойно, знаете, что хотите, и это очень важно, потому что многие люди даже не знают, чего хотят, и с ними немножко сложно работать. Но для нас заказчик – это самый главный человек, так сказать, которому мы посвящаем все свое время и всю свою работу. Сейчас я быстренько пойду за нашим подарком и принесем. Да, спасибо большое. Но я хочу вам еще пожелать, конечно же, процветания, расширения, чтобы вот вы еще ландшафтный дизайн делали, я все хотела бы тоже. Ну, потому что действительно, это, мне кажется, у вас хорошо получится. Ландшафтный дизайн тоже. Мы сейчас будем тренироваться на Дмитрия Доме сначала. Так. Вот. Сначала у Дмитрия мы ландшафтный сделаем, потом мы еще тренируемся на моем доме, потому что у меня сейчас строительство дома начинается с моего дома. Вот лично, потому что, как говорят, сапожник без сапог, почему так? Ну вот пришло время сделать себе сапоги. Вот, соответственно, там тоже ландшафтный дизайн отработаем, а после уже будем предлагать клиенту, потому что мы пока с ландшафтным дизайном, к сожалению, не работаем. Конечно, удобно, да, когда ты приходишь очень в компанию, удобно, и у тебя весь спектр услуг. Да, да. Строительство, отделка, ландшафт, колодцы, дренаж, и заборы, и т.д., и т.д., и т.д. Да, это очень хорошо. И я хочу пожелать вам, чтобы вот эти ценности, которые у вас есть, профессионализм, кстати, уверенность тоже, это было здорово, что просто было понятно, что вы уверены в том, что вы делаете. Да, оптимизм тоже даже в момент пандемии всего, что вообще не растерялись, ребят, проверено временем. Оптимизм и вот это участие в процессе. В процессе строительства домов всех клиентов, которые к вам приходят, что вам не все равно. Вот это вот неравнодушие, я бы очень хотела, чтобы вы сохранили у себя. И те новые люди, потому что я уверена, что вы будете расти, расширяться, и слава богу, так должно быть. Вот такие классные компании, они должны обязательно расти, расширяться. Но вот чтобы новые люди, которые к вам приходят, чтобы они именно ваших ценностей придерживались бы, вот это я бы очень хотела. Мы тоже очень хотим, и когда отбираем сотрудников, стараемся, чтобы он болел вместе с нами. Да, вот, но спасибо вам большое, еще раз спасибо скажу. Спасибо большое. Пошли за подарком. Спасибо. Ты мне поможешь или мне самому? Вот такой вот подарочек небольшой от нас, от нашей компании. Загородная жизнь подразумевает сразу, что шашлыки. Поэтому мы вот хотим, чтобы вы наслаждались загородной жизнью. И вот мангал. Огромное спасибо. Мы не успели купить, кстати, вообще не успели. Очень неожиданно, очень приятно. Огромное-огромное вам спасибо. И вам спасибо. В общем, жарьте шашлыки, вспоминайте нас, строительную компанию. Спасибо вам большое. Мы поехали. Отзыв спасибо. Просто замечательный. Можно было, конечно, общаться с вами вечно, но нам, вот, к сожалению, нужно уже ехать, да? Спасибо огромное. Все, спасибо большое. Спасибо до свидания. Спасибо большое. До свидания. Смотрит на камеру, так смешно.